Привет всем, кто зашел на мой канал. Сегодня я в такой лысой фазе. Вчера меня так неудачно подстригли, что пришлось бриться на лысо уже. Вариантов не оставалось, поправить никак не было возможно. Ну, как говорится, не все так плохо. Вспомнил своего одного подписчика, Ростислав Дашин. Ссылка будет в описании. Прикольный такой парнишка. Травил анекдоты в комментариях. И вот вспомнил его пару анекдотов про лысых мужиков, короче. А вот просил все, чтобы я рассказал в своих версиях в анекдотах. То есть прикольные такие анекдоты про лысых. И вот сейчас подобрал его комментарии с егошними анекдотами. Кстати, заходите, подписывайтесь. Прикольный такой подписчик. Все время тратит анекдоты, всегда сидишь с юморком. И он рассказал. Ну, в одном офисе работал лысый. Ну, работает, хорошо. А начальник любил над ним поиздеваться. Постоянно подойдет и что-нибудь его... Насчет лысых, то они про лысых анекдот расскажут, то подколют, то все такое. Ну и в один день начальник такой подходит, ему по лысине проводит и говорит: «О, у тебя такая мягкая лысина, как жена, как задница у моей жены». Лысый такой встал, говорит: «Блин, в натуре, как у твоей жены». Ну еще один такой анекдот. Говорит: «Лысая девушка на час позже может вставать, ей же не надо причесываться». Ну, а кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал Ростислав Дашин. Хороший парнишка из Украины. Прикольные видео снимает. Ну, всем удачи. И находите хорошего парикмахера. Пока.